Давайте сделаем тельце сейчас, да? То есть мы сейчас, скажем так, как всегда, начнем с квадрата. Или же, может быть, не с квадрата. Давайте попробуем в этом случае цилиндр. Скажем так, 12 у него будет граней. Так. Потому что он больше похож на цилиндр, этот жирафа. Перейдем сюда в объект мод. Возьмем вот эти. И начнем сушать. Допустим, начальную форму сделали. И теперь попробуем Ctrl-2 сделать. Ctrl-2. Что будет из этого? Вот, теперь он получился уже такой, какой нам нужен почти что, да? Но прежде чем так делать, вы же видите, что ломается все. Поэтому мы с вами поступим так. Edit. И вот здесь Ctrl-B. Но не в эту сторону, конечно. А здесь должно быть 0,5. Вот так. Так, то же самое здесь. Ctrl-B. Вот так оно будет веселее. Так, а это тельце мы сейчас разобьем на Ctrl-R на штуки 3. Вот так. И получим сразу такую форму, какую нам надо, умные. Так. Причем мы ничего не нарушили. Красота. Это значит, что мы можем сейчас встать в первую стойку, выбрать вот эти точки все. Так, и сказать, мы их удаляем. Удаляем. Все. Далее. Мы говорим, что нам нужен mirror, и он у нас появляется. Прекрасно. Что здесь у нас такое? Ну-ка. Это странно, что здесь получилось. Дырка. Это нам не надо. Можно, конечно, и обойтись без F. Все закрыли. И здесь, что ли? О, Господи. Откуда тут дырки? Я вроде не удалял ничего, но не важно. Факт то, что мы с вами получили вот такую основную форму для жирафика. Стоп. Из которого мы сейчас запросто наделаем, что нам нужно. Так, допустим. Мы берем вот это и начинаем вытягивать. Ну вот, здрасте, ваша тетя. Вот не люблю это, потому что клиппинг забыл включить. Клиппинг. Нинечка. Давай, куб.
Давай купим. Так, ну и вот давайте теперь включим голову. Возьмем этот, опустим вниз. Посизат, естественно. Видим, что он просто огромный. Это нас нисколько не смутит. Чего нам тогда еще тут? Вот. Ну, посмотрим, можем, конечно, ее чуть больше сделать, если что. Как бы я понимаю, что это вот маленький такой журавленок, жирафенок, но все равно тянется рука. Все-таки чуть побольше сделать. Вот так. И вниз. То же самое можем сразу же его сабдевайс сделать и смус. Получили вот такую хорошую тельцу. Чудно. Теперь делаем ножки, ручки. Ножки, ручки как делать, вы знаете. То есть я беру то же самое. Приучился я брать цилиндр. Сейчас мы его сдвинем. Так, уменьшаем его. Подвигаем повыше. Не повыше, а просто по оси Z увеличиваем. Вот так примерно такая должна быть у него лапочка. Так, а здесь мы просто-напросто заходим в редактор. Так. И делаем rotation. Не rotation делаем, вру. Ctrl-B. Вот так. И немножечко сжимаем. Хорошо. Тут то же самое, немножко расширяем, так, и делаем Ctrl-B, но не сильно, потому что здесь будут еще копыта у нас, вот так. Далее мы можем это дело Ctrl-R, размножить количество, ну, допустим, 4 будет достаточно, вот. И теперь уже спокойненько возьмем G, уменьшим и можем делать так, как нам нужно, выделяя ребра. Но сначала я вообще не так бы сделал. Я взял его среднее, вот это вот. И его сначала потянул. Так вот, вот так. А потом уже вот это. Так оно будет плавнее и красивее выглядеть. Так.
Хорошая лапочка. Так, теперь берем ее в руки, тащим на нужное место. Д. Ж. И пытаемся ее поставить туда, куда нужно. Так. Кстати, не надо забывать, что лапа у этого товарища очень большая, очень высокая. Поэтому можно спокойно вытягивать ее. По оси Х, да? Так, допустим, ну-ка. То есть настройка дела такое. И вот сюда вводим. Видим, что недостаточно поворот. Сюда поворачиваем. Так. А теперь чуть-чуть уменьшаем. У нас на капоте нету места. Так. Да? Да. Далее идем сюда. Здесь выделяем объект. Идет вот. Вот это вот. И вот это нам надо. Вот это. Чтобы ее немножечко развернуть. Хотя, в принципе, ребята, не обязательно разворачивать, потому что можем развернуть копыта. Сейчас мы его сделаем. Вот копыта нужен, нам нужен будет куб. Куб. Да, неправильно, потому что я подозреваю, что... Да, правильно подозревал. Вот теперь куб. Куб. Ctrl-2. S. Тащим и начинаем формировать копыту. Так, подходим поближе. Ведем. Так, вот так, допустим. Да? Ну, первое, что нам надо в этом копыте. Так, play сказать. Yes. Так. И теперь перейдем в режим вот этот. И здесь G как можно больше делаем плоский. Копыто делаем плоское. Теперь вот так. Вот. Вот так. Отлично. Опять убираем. Теперь с этой стороны его. С этой стороны теперь. G. Вот так поступим. Далее с этой стороны то же самое. Сожмем. И с этой стороны сожмем. Такой вот копыта. И теперь постараемся его прилепить. Давайте посмотрим, как оно будет выглядеть, если мы его прилепим. У нас что-то оно развернулось со страшной силы. Так, развернем его назад. Вот так. Я так подозреваю, что мы там малость что-то поднарушили. Поэтому здесь подвинем все. Вот так. Так, а теперь сам предмет. Д. Ж. Так, смотрим отсюда. В принципе, уже неплохо. В принципе. Так, сейчас троечка.
чуть-чуть уменьшим, чуть-чуть уменьшим и поставим его на место. Вот сюда. При этом чуть-чуть развернем все. Но мы видим, что у нас как бы он выше, чем. Так-то вроде бы ничего. Сделаем ему косолапость небольшую и сдвинем тоже вверх. Вот. Так, теперь мы можем это вместе все выделить и чуть-чуть подвинуть наверх. S. Давайте двигать. Вот так. Будет хорошо. Так будет хорошо. Все. Но теперь он у нас выглядит несколько несуразно. Ну-ка еще раз. G. Вот так. Если нам развернуть его, то в принципе будет нормально тогда. Вот так. И теперь нам надо здесь сделать два таких. А, вообще мы можем B. Нет. Ctrl-B. Ctrl-B и это дело расправить. Вот так. Хорошо. А здесь теперь выделить и потянуть их внутрь. Так сначала. Теперь отключим и просто затянем внутрь. Неправильно. Троечку надо. И теперь вот внутрь подтянем. Чтобы видеть, куда и сколько. Вот так. Все. Копытце готово. Нога готова. Не забываем также, что у нас есть хвост. Вот так мы его сделали. Это убираем, это убираем. Нет, это убираем тоже. Вот так. И здесь просто-напросто мы сейчас сделаем и сделаем такую маленькую хвостярку. Далее подгоняем. Точки пускаем эти вот, подгоняем к себе друг друга, это S, вот так, и этот опускаем вниз, G. Получаем вот примерно нормальный треугольничек, вернее кружочек. Видите, как хорошо получился. Так, теперь мы его выбираем. И говорим первое наперсо flatten. Вот так. Чтобы не было у нас тут что попало. Е. Начинаем тянуть. Уменьшая сразу же. Сделаем небольшой хвостик с кисточкой на конце. Да, как у журавчиков. Жирафчиков. Так, ротейшн делаем. Чуть разворачиваем. Тянем и опять сюда. Здесь мы его разворачиваем. Так, и опять G. Не спешим. Смотрим, чтобы все было нормально. Может быть, чуть подымем теперь наверх.
И опять разворачиваю. Я хочу, чтобы он ушел наверх, вот здесь загнулся немножко, чтобы его, в случае чего было видно. Так, дальше Е. Так. Уменьшаем чуть. Тянем сюда. Разворачиваем. Хорошо. Отлично идет все. Уже пришел опыт у меня. Небольшой, но уже есть. Так. Разворот. Так. И еще раз R. E. Разворот. Уменьшение чуть-чуть. Пока видно уже, да, достаточно видно. Теперь мы делаем маленький, вот такой вот, да, и этот мы начинаем раздувать, вот так, тянуть, еще раздувать, еще раз тянуть. И уже начинает сужать. И еще раз последнее. Так, и сузим. Сузим, сьюзим. Так, у нас получается очень неплохой хвостик. Жирафовский такой. Здесь мы сделаем следующее. Ctrl-R и подведем ее сюда. Все отлично. Так, теперь возьмем. А, я думаю, копытца надо сделать чуть побольше. Ну-ка, если... Да, такое мультяшное копытце сделаем. Вот, так будет красивше. И теперь возьмем это все, перенесем. Во-первых, уберем все трансформации. Во-вторых, перенесем set origin тогда курсор. И теперь уже скажем mirror. Так, и то же самое скажем здесь. Даже немножко слиплись, да? Что не есть хорошо. Так, сейчас mirror отключим пока. Так, и здесь тоже. Потому что нам надо отодвинуть это дело, Джим. И здесь rotation чуть-чуть так сделать. Сбоку, если посмотреть, то желательно немножечко его от rotation сделать. Вот так. Вот. Хорошо. Чуть-чуть назад. Вот так. Ну вот теперь, конечно, можно опять это все убрать, все эти. Пивот у нас находится на месте, поэтому мы сейчас скажем точно mirror. Одному и второму объекту. Вот так. И последнее, что нам останется, это сделать лапки. Шею оставим длинной.
Ну, лапки-то я думаю, что тоже без проблем. Мы сейчас попробуем даже. А нет, не будем ничего пробовать, сделаем новое. То есть, опять же, точно так же лапки, ребята. Я не буду вас утомлять. То есть это будет то же самое, только чуть поменьше. Я вам покажу, как я сделал уже, а потом будем что-то еще думать. Так, вот тут, я думаю, надо немножечко грудь сделать побольше. Вот так. Да, вот так будет хорошо. Или сделать, я даже не знаю. Уже 25 минут. И, ну, давайте тогда уж закончим, да? Давайте я возьму опять цилиндр по той самой схеме, которую я сам себе изобрел. Кажется, мне она нормальна. Так, уменьшаем ее. По оси X, Z, вернее, увеличиваем. Далее происходит тот же самый процесс. То есть мы идем в объект, edit mode. Так. Нет, даже не так. Вот так. Делаем Ctrl-D. Увеличиваем количество. Так, хорошо. Теперь здесь малость раздуваем. Вот так. И тоже небольшой делаем. Ctrl-B. Вот так. Здесь множество. 3 достаточно будет. И S, растянуть их по оси Z. Так, хорошо. Давайте сейчас перевернем, посмотрим, как она подойдет. Если надо, будем изгибать, а может быть и не будем. Поглядим. Объект мод. Смотрим с точки 3. Поворачиваем R. Пивот у него на месте. Опускаем. G. Где-то вот сюда. И приближаем. Но смотрим сверху. Rotation делаем. Так. И увеличим, конечно. Слишком что-то маленький получился. Вот так. Опять же сбоку. Rotation. Вот так делаем. Так, хорошо. Вот он тут вышел. Отлично. Можем чуть-чуть задвинуть его еще сюда, но не пересекать вот это. Поэтому еще чуть rotation. Сверху, конечно, rotation. Вот так. Все. И здесь возьмем это копытце, парнокопытце. Скажем, Ctrl-Shift-D. Уберем отсюда Mirror. Так. Перевернем его. Теперь Rotation сделаем. Вот сразу объект сначала поставим по геометрии, а потом мы уже будем там делать все, что хочешь. При мирроре, да? Так, вот сюда мы его поставим и посмотрим, где он будет, как он будет выглядеть. Еще сюда. Всегда самое трудное подогнать как следует те же самые копыта. Пускай он такой будет немножко загнутый в эту сторону, да? Мы посмотрим еще сейчас. Видим, что он слишком задратый.
Вот так делаем, так. Вот так вот по-пацански он сидит. Здесь очень правильно стоит. Теперь он хорошо. Этот мы превращаем в subdivision face и говорим ему state smooth. Может быть, не прямой сделать, хотя его не будет видно совсем, но на всякий случай сейчас я этот пока subdivision уберу и вот этот smooth пойдем мы с вами в edit mode, возьмем вот эту часть, далее G, но при включенном пропорциональном редактировании. Теперь G. Нет, нам надо поболее. Еще поболее. То есть просто его вот так сейчас немножко изогнуть. И все. Чтобы уж не был совсем прямой. Да? Так. Далее мы можем теперь вот этот объект немножко тоже сдвинуть в сторону. Так. И чуть-чуть еще приблизиться, да. Вот так. Посмотреть сбоку. Видим, что она у нас задралась. Поэтому вниз. Все. Удаляем всякие лишние. И делаем теперь настоящий horror mirror. Так, переносим в 3D курсор ихние пивоты. Да? И говорим, что нам нужен mirror. Вот он встал. Отлично. Далее выбираем ножку. И тоже ей говорим, а вы знаете, нам нужен mirror. Вот у нас получился чудесный такой. Не знаю, может быть, ухи потолще сделать немножко по оси Y. То они какие-то такие прям уж очень тоненькие получились. Все. Чудный жирафчик сидит. Жирафчик. Хорошо. На этом мы моделирование закончим. А текстурирование мы будем делать в отделе текстурирования. Окей? Потому что там вот как раз нашу надо будет сделать пятнистость. Это такое пятнистость. Хорошо. Выходим отсюда, сохраняем обязательно и прощаемся до следующего видео.